Привет, представься. Добрый день, добрый вечер. Александр Марсанюк, игрок команды «Сельта». Как сегодняшний матч? Матч один не из легких, как и, в принципе, все. Соперник хороший. Ребята все поигравшие, как и мы. Тяжелая игра была, как для них, так и для нас. Вот. Тяжело было. Есть ли кого выделить из команды? Да нет, у нас все равны, все хорошо играли, бились. Молодцы ребята, что наша команда, что команда соперников. Ага. Как судейство? Судейство отличное, все грамотно, там где надо, ставил. Все. Вот. Спасибо большое. Все, спасибо большое.